Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Network Addon. Итак, что такое Network Addon? Network Addon — это стабильный блокчейн. Это не просто токен, он имеет свой блокчейн. Это эффективная, анонимная, отказоустойчивая, трансцендентная, мощная децентрализованная криптовалюта общего назначения с открытым исходным кодом, построенная на технологии CryptoNode, с недорогими и быстрыми одноранговыми транзакциями. Данный блокчейн построен на открытом исходном коде, который каждый может спокойно перейти на сайте в раздел «Исходный код» и более подробно изучить, как что построено, на чем кошелек, многое другое. Вся информация полностью открытая и доступная. Также уже полностью рабочий готовый Explorer, где мы можем наблюдать сеть, сложность поставки и депозиты, какая сейчас высота блока, количество транзакций, награда за блок, какая сложность, количество добытых блоков, хэши и вся информация, которая нам необходима. Также данная платформа предоставляет нам майнинг пул. Любой желающий может перейти в раздел, более подробно изучить все, как что работает. Вся информация полностью доступна в открытом. И можно наблюдать статистику рабочих, блоки для бассейнов, какие платежи, 10 лучших майнеров, то сколько добыл. Рынок, калькулятор довольно удобный, чтобы рассчитать прибыль от майнинга и многое другое. Также в майнинг-пуле довольно-таки удобный и нужный раздел. Это часто задаваемые вопросы для всех новичков, кто-то не знает, что это, как это работает, как начать. Здесь мы можем найти все необходимые нам ответы. Например, что такое сложность майнинга? Сложность — это мера того, насколько сложно найти хэш ниже заданной цели. Что такое удача? Майнинг носит вероятностный характер. Если мы обнаружим блок раньше, чем мы должны были в среднем по статистике, нам повезет. Если на это уходит больше времени, нам не повезло. В идеальном мировом пуле можно найти блок со 100% значением удачи. Менее 100% означает, что пулу повезло, более 100%, что пулу не повезло. Также можно найти ответы на такие вопросы, что такое акция, что такое блок, сколько времени нужно, чтобы найти блок, какая схема выплат используется, как рассчитывается текущая оценка выплат. И я намайнил на этом пуле 1 час, но до сих пор не получил выплат. Типа, какого черта, на это тоже есть ответы. Также есть ответ, если неправильный хешрейт, почему? Можно перейти, если вы не нашли нужный вам ответ на вопрос, можно перейти в телеграм-группу или в Discord и задать там. И получим необходимые ответы на наши вопросы. На этом обзор закончен. Переходите на мой канал, на мой телеграм-канал. Изучайте проект. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.